Эту детскую песочницу у многоэтажного дома номер 4 по улице Володарского местные жители построили за собственные средства еще несколько лет назад. А вокруг нее лишь сухая обгоревшая трава, разбитый асфальт у дома и ограждение из ржавой металлической сетки. Так нынче выглядит в 21 веке двор у многоэтажки в Альфа-Арабийском районе Шымкента. Мы обращались в администрацию акима района, Альфа-Арабийского района, по поводу, чтобы нам сделали детскую площадку. Потому что как наш двор просто обошли стороной. 12 детей, только один наш. К нам во двор в футбол прибегают играть дети с этих, ну вот, с зеленой балки. Да. Вот с тех домов, вот женщина, вот ее внуки сюда, вот. Вот эта женщина, у нее семеро детей, она мать-героиня. Ее дети, внуки тоже приходят. За разъяснениями мы обратились к представителям районного акимата. Заведующий сектором Альфа-Арабийского акимата сразу же поспешил заверить. Соответствующие работы ведутся, проектно-сметная документация готова. Ждем выделения средств. 80 кубков трубной областной. Сейчас мы проводим подготовку необходимой документации для благоустройства дворов в 80 многоэтажках нашего района. Среди них есть такие дома по улице Володарского, как 4, 6 и 8 дом. После того, как проектно-сметная документация будет готова, мы подадим документы на выделение бюджетных средств. Стоит отметить, что на сегодняшний день проектно-сметная документация уже готова на 75 дворов в Альфа-Арабийском районе Шымкента. Сейчас рассматривается вопрос с выделением средств на их реализацию. Бахром Абдуллаев, Талгат Абдинабиев, Саид Икрам Ахмедов, информационная служба телекомпании «Утро».